Ребят, всем привет! Сегодня у меня рыбалка морская на бычка с берега. То есть у меня выходной по работе и выехал половить бычка. Такой персик, штиль на море. Пробовал, кстати, на хищника, сырганчика. Ничего у меня не клевало. Вот с бычком особо я не дружу. Поймал пару штучек маленьких. Ну, сейчас покажу. Такой подсак приспособил. Ну, судок им, пока мись. Что-то будет интересное, будет ловиться. Буду пробовать, конечно, на саргана, ставритку. Что-то будет интересное, буду включаться. Это моя наживка на бычка. То есть снасть вот такая грузила, маленький крючочек и креветка, ну, медия. То есть медии тут немерено. Достал маленький камушек, разбил. Вот тебе наживка. То есть наживка на месте. Ну, снасть такая, все законно. Один крючок, одна удочка. Ну что, посмотрим, что с этого получится. Так, первая нормальная поклевочка. Ура. Вот такой красавец. Первый. Именно такой нормальный. Остальные мелочевочка было. Хорошенький. Ребят, где взять медий? Смотрим. Ну, они под берегом, не близко. Надо аккуратно, потому что сейчас очень много крабику. Очень много. Я смотрел мелкие, они убегают, но все. Чувствую, по ноге крабик был. Вот. Обрываем, да, такие. Такие, в принципе, мы ловили уже, брали их на железку и открывали, кушали. Это такой размер. Меди здесь, чтобы вы понимали, на камнях немерено. Это, ну, надо, только надо аккуратно. Они острые. Острые. Ну, не порезать. Вот. Все меди. Сейчас их парочку побольше на наживку. Остальные пойдут. Здесь их очень много. Она, наживка классная, на нее клюет, но она сразу как бы съедает, она мягкая. Ну вот, все, наживка есть. Особенно с такой ловлей. Не успеваю забросить, она объедает. То есть медия сама мягкая, ее очень быстро съедает. То есть надо... Ова, вот она была, рыбка. Свет, пляжный сезон еще не начался. Школьники купаются. Но много народа уже купается. Такой. Пару рыбалок. Ну, клюет по чуть бычок время от времени. Мелкий, правда, забросился далеко. Попробую, посмотрю, как будет. Но вообще денек отличный уже. Вот именно чувствуется лето. Тепло, красота. Море. Сменил оснастку, цепил гайку, груз за тяжелый. Кстати, по удочке. Удочка у меня та, что ловлю карпы, тайна бычка. Ничего не меняется. Так, ребята, что вот это за рыбка? Я не по морской рыбалке, по пресноводной. Рыбка красивая, цепилась на медию и сидела. Красивая, красивая. Возьмем. Ну что ж, ребята, мои успехи по морской рыбалке. То есть я по морской рыбалке вообще ноль. Удочки у меня те есть, что я ловлю карпа. Я с ними пошел на море. Ну, то есть выехать на реку я не могу, потому что далеко. А живу в самом городе. То есть мне ничего не стоит пройтись на пляж. И по моему уловчику. Вот. Такой шикарный улов у меня получился. Сейчас я его высыплю ведерко и покажу более. Бычок ушел. Один большой бычок был, и тот ушел. То есть, в принципе, вот такая рыбка. Ну, одна вот эта, я не знаю, что за рыбка даже. Красивая, она мне понравилась больше всего. Остальные мелкие бычки. Ну, реально совсем мелкие. Один более-менее, тот убежал.
Ну, то есть смысл в чем, что кто разбирается, как его ловить, то наловить можно. Возможно, позже в какой-то раз попытаюсь еще выехать на морскую рыбалку.